Мы начинаем гала-концерт 2-го в Оренбургском государственном институте искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповича, фестиваля эстрадного искусства «Звездная лестница». Вести его буду я, артист Оренбургского областного драматического театра имени Горького Максим Меденюк и моя очаровательная помощница, студентка 3-го курса Института искусств специальности артист драматического театра и кино Анжелика Курьянович. Прошу любить и жаловаться. Мы сегодня тут все очень волнуемся, ведь для нас это настоящее музыкальное событие. Ведь сегодня свое мастерство покажут более 60 участников. Музыкального колледжа Института искусств, специальности музыкальное искусство эстрады, но и многочисленные хореографические коллективы города Оренбурга. «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно», утверждал в далеком 1914 году знаменитый поэт Владимир Маяковский. А наши звездочки только вступают в мир большого искусства. Они учатся выходить на профессиональную сцену и устраивать музыкальное шоу. Музыкальный проект «Звездная лестница» ежегодно пополняется новыми именами. Давайте вместе с вами вспомним небольшую историю фестиваля. В 2010 году прошел концерт под названием «Звездная лестница». В 2011 году состоялся первый фестиваль эстрадного искусства. Сейчас он уже второй по счету. Второй фестиваль эстрадного искусства «Звездная лестница» проводится в рамках реализации мероприятий в сфере культуры и искусства на 2013 год Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области. Ваши аплодисменты! Лестница, и я с удовольствием предоставляю руководителю проекта, доктору искусствоведения, заслуженному деятелю искусств в России, ректору Оренбургского государственного института искусств, профессору Борису Порфирьевичу Кавторину. Мы второй раз собираемся в этом зале для того, чтобы показать мастерство наших студентов, наших гостей, наших коллег, которые примут участие вот в этом торжестве и в этом празднике сегодня на этой сцене. Здесь совершенно правильно было сказано о том, что мероприятие проводится при финансовой поддержке правительства Оренбургской области, законодательного собрания. В зале присутствует министр культуры, советник по вопросам культуры губернатора. Есть гости из Санкт-Петербурга, которая работает в Университете культуры и искусств, преподаватель. Она давняя наша знакомая, но вот впервые приехала в Оренбург, и она вот вместе с нами сегодня будет все это тоже смотреть. Вообще, вы знаете, эстрада на сегодня, она с одной стороны очень востребована. У нас есть звезды эстрады, которые, по сути, являются кумирами. Вот. С другой стороны, мы, как музыканты-профессионалы, не всех довольны, как это делается. Когда готовят настоящего вокалиста, особенно эстрадно-джазового направления, мы всегда стараемся привить вкусы. Мы вот сегодня вам это покажем. Мы стараемся петь вживую. Если уже если это фонограмма, то она минусовая, то есть живой голос. Вот. То, что происходит сейчас на экранах телевизора, телевидения, ну, очень часто это бывает, на мой взгляд, ну, такое несколько театрализованное шоу, где красота с помощью пластической хирургии вполне возможна, голосовые данные можно смикшировать. Вот мы с этим пытаемся бороться. И вот сегодняшние студенты, которых вы увидите, мы постарались сделать все-таки из них настоящих артистов. Конечно, они еще пока не артисты, они студенты, они учатся, они волнуются. Может быть, не все получится так, как мы хотели, но тем не менее, вот это молодое отделение, оно у нас не в институте, оно в колледже, музыкальный колледж, он входит в структуру института. В ВУЗе мы только собираемся открыть эту специальность или направление. Но вот сегодня мы их покажем. Что из этого выйдет, ну, я думаю, вам судить. Я желаю всем участникам этого фестиваля успехов, удачи, везения, достижений.
Ну, а зрителям и всем вам приятного общения с музыкой. Всего вам доброго, успехов, с праздником, с фестивалем. Огромное спасибо, уважаемый Борис Матвеевич, занимайте свое почетное место в нашем зале. Ну что ж, дорогие друзья, участники за кулисами готовы, волнуются. Давайте подарим еще раз им бурные аплодисменты, чтобы они услышали еще дружнее. Вот с таким зарядом пусть пройдет весь концерт. Ну что ж, а мы начинаем программу гала-концерта второго фестиваля эстрадного искусства «Звездная лестница». Не беспокойся, будь счастлив. Так называется наша первая музыкальная композиция. Давайте поприветствуем ансамбль студентов музыкального колледжа, художественный руководитель Наталья Солодова. Встречайте.
Встречайте, Елена Макарова, луч, ей помогает творческое объединение «Грант», руководитель Зульфия Желаева. Илья Шумилкин, самый юный артист нашего фестиваля. Творческая мастерская вокалиста «Нюанс» Оренбургского городского дворца творчества детей и молодежи. Ваши аплодисменты.
помогают солистки хореографического ансамбля «Глория» Дворца культуры и спорта «Казани». Встречайте!
Ансамбля «Глория». Встречайте. Thank you.
Я успею.
без него на небе гаснут звезды, без него приходит холода, без него не счастье верить можно. Отвези меня порочный. Thank you.
Тамара Дубинина, «Цветок», и ей помогает творческое объединение «Грант». Встречайте! И только для вас прозвучит знаменитая «Бамболео». Встречайте, Ильдар Абдулин. Гарастрес, эй! Ese amor llega así, de esta manera, donde la culpa jamás le no manda, porque el amor presa no preso, no donde controlará, yeah! Ese amor llega así, de esta manera, no tiene la culpa.
Еще один приятный подарок. Встречайте, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Ильдар Юнусов и Ольга Александрова. Thank you.
Ваши аплодисменты. Многодетный творческий дуэт Ильдар Юнусов и Ольга Александрова. Встречайте, Галина Фисенко и Максим Меденюк, сидя на красивом холме. Им помогают Максим Крапивин, ансамбль скрипачей музыкального колледжа Института искусств, в составе которого Юлия Гарн, Татьяна Брыкова, Анна Хопина, художественный руководитель Любовь Геннадьевна Суслова. Thank you.